się zostawił, bo niech tam się wstawił. Tak, pozdrawiam. Здравствуйте. Ну, сказать, что я счастлива, ты ничего не сказать. Я очень счастлива встрече нашей в новых стенах нашего любимого клуба Алексея Козлова. Спасибо за приглашение. Спасибо, Райк, за атмосферу, к которой мы все стремимся, музыканты. Я еще много буду, успею наговориться с вами. Я хочу начать концерт, призвав все силы, потому что сегодня, во-первых, праздник. У нас юбилей нашего города, прекрасного города Москва. С днем рождения, любимый мой город, с некоторых пор. Я могу объяснить. Потому что мне сейчас так приятно гулять по Москве. Мне действительно очень приятно. И я начала вспоминать, каким он был, когда я приехала сюда в 80-м году. Он стал напоминать тот самый город, который дышит, который красивый, в который вернулись его площади, прекрасные, без крыс и ларьков. Я очарована снова Москвой. Так что, я подсвистываю, да? Нет? Нормально? Ну все. Я хочу пожелать нам всем день рождения нашего города, чтобы у нас было самое главное в этом городе, чтобы мы друг друга всегда встречали добрыми глазами, независимо от национальности, вероисповедания и так далее. Просто простых людей на улице, вот друг друга, не знающих, мы не узнанные друг другом и так далее. Чтобы мы дарили друг другу тепло, потому что я думаю, что ученые меня поддержат, особенно физики. Мы же все-таки физическое, да, существо, значит, мы излучаем энергию, значит, эта энергия куда-то идет в нашу землю, да, в наше небо, в нашу атмосферу и друг в друга. Я очень хочу, чтобы мы это осознавали и дарили, и творили эту энергию, ту, которую мы сами хотим получить. Ну, я думаю, вот так. Вот. Я договорилась. Oh, alone, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV, darling, for dollars trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, won't you buy me a night on the town? Oh, Lord, counting on your Lord, please don't let me die.
of me and buy the next round. So Lord, won't you buy me a night on the town? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My old friends all drive Porsches. I must make a man walk hard all my lifetime. Lord, no help from my friends. Шоу уже не существует. Darling for Dollars было, оказывается. Неважно. Я вам всем желаю того, что вы хотите. А теперь, под ваши аплодисменты, я приглашаю на сцену Армена Мирабова. Ну, можно я скажу не как жена, хорошо? Я скажу как музыкант. Великолепнейший пианист, великолепнейший музыкант, изумительный композитор. И вообще, я счастлива 25 лет знать этого человека. И тем более быть с ним творческим и, даже не знаю, как назвать этот союз, супружеском. Да, в супружестве. Да. Я не обучена языка. Я хочу, кстати, сказать, что я меня не заткнут теперь. Я хочу сказать, что у нас сегодня будет очень, как это сказать, очень такой трогательный концерт. Во всяком случае, мы так хотим сделать его таким. И, может быть, он будет даже больше лиричным. Позвольте нам быть сегодня лириками. Бейси, Стрит Блюз. Веселенькая улица была в Новом Орлеане. Yes, yes, sir. Well, welcome to Spring.
Музыканта Дениса Прушинского. Звук мышления, но сегодня все услышите. Мы 100 лет не виделись на сцене, потому сегодня, вообще сегодня очень странный день. Все-таки вспышки на солнце дали о себе знать. Все-таки они нас догнали. Значит, во-первых, они догнали самолет Антона Горбунова, который только приземлился. Так что мы все его ожидаем. Да, и, ну, знаете, самый лучший, мы уже, конечно, только, нет. Мы с Мирабовым так, ну, солидарны в этом, конечно, и не только с Мирабовым, что самый блестящий импровизатор и самый блестящий джазмен, конечно, это Господь Бог. Потому что, что бы мы там ни предполагали, Он всегда сделает так, чтобы мы просто импровизировали на тему. Или не импровизировали. Но это уже наш выбор. The Man I Love. George Gershwin. Thank you.
Заводится, подзаводится. Чуть-чуть.
Хорошо? Хорошо. Все, отлично. Супер. Я ожидала эту песню. Я прошу прощения, я не все помню. Всего доброго, Роман Леонович. Но вы возвратитесь? Же. Я... Ничего, что такие паузы? Извините. Я плохо вижу еще такой. Смотрите, плохо слышу, плохо вижу. Явно не очень соображаю. Тоже спорно. Есть люди, кто может поспорить. Говорю странно тоже. Я потом слушаю и думаю, и зачем все это было? Непонятно. Ты моя дочь просто, вот в чем дело. Ты меня любишь просто. Сейчас я найду слова. Слушайте, какой конфуз. Сейчас. Джаз так джаз, сказала она. Вот. Это мой, моя любовь, это мой низкий поклон в пол выдающемуся исполнителю, исполнительнице, диве, абсолютной джазовой диве, которая пыталась всю свою жизнь провести этот мостик между... в сознании людей между джазом на русском и вообще просто между сознанием людей, которые делят на языки джаз. А джаз — он просто состояние, это музыка. И она всю жизнь пыталась это сделать, и надо отдать должное, что именно она и вселила в меня смелость тоже взяться за это дело. Людмила Марковна Гурченко. Конечно. Тот, кто не знает, я там тем советую послушать ее потрясающе. Так и называется «Грустная пластинка». Это то, что она сделала с великолепным великим пианистом Михаилом Окунем, с его трио. Послушайте, вы испытаете огромное наслаждение. Это точно. И вот мой реверанс, мой поклон. Я исполню. Ты маешься постоянно. Да. Можете раздеться, наконец. Ну, я не знаю, но я имела в виду что-то другое надеть. Нет? А что? Я просто чувствую, а не пойму. Да? Домой? Да. Нет, мой милый! Нет, мой милый! Но плывут в тумане строчки.
Песня такая, потому что когда-то умели писать музыку и слова, стихи. Еще одна шедевр абсолютный – «Everything Must Change». Все проходит. Все проходит, и все остается. В итоге. Oh,
Спасибо! Спасибо! Да, мы еще и по смыслу. На, да, мы хотим соединить все еще и по смыслу одно в другое. Потому вот сейчас, наверное, лучше спеть, конечно, стихи Евгения Евтушенко. «Зашумит ли клеверное поле?» Изумительная джазовая баллада. Как у вас настроение? Лиричное? Хорошо. Андрей Шпай, Евгений Евтушенко. «Зашумит ли клеверное поле?» Я теперь
большое. Спасибо. Спасибо. Это не я, это Евгений Евтушенко и Андрей Шпа. Спасибо большое. Я хочу пригласить на эту сцену изумительных музыкантов. Это Денис Прушинский, саксофонный флейта. И Игнат Кравцов, барабаны. Welcome, Игнасио! Подходи. Аплодисменты. Идут великие. Независимо от молодости, абсолютно потрясающие музыканты. И у меня огромное счастье и честь, что я выступаю с этими музыкантами, искренне говорю, абсолютно. Те, кто в курсе, те в курсе. Те, кто не знает, будьте знакомы. Say I'm a real lover, yeah, love with my legs and don't find the part.
Это сестра Армена. И он ее обозвал Хачапуркина. Жуткое дело. Ва, я завожусь. Год, два, еще один. Так, ты бам. Па-па-па-па-па. Thank you.
вернемся, надеюсь, уже, ну и так далее. Спасибо большое! Андракт! Андракт – это пауза. Мы вернулись. Здравствуйте, дорогие! Перед тем, как продолжить наш концерт с уже приземлившимся и доехавшим до нас Антоном Горбуновым! Любимейшим! Да. Я хочу пригласить на сцену. Я сейчас скажу. У нас великое событие произошло. Значит, мне... Я коротенько постараюсь. Мне повезло с друзьями. Вообще, мне везет с людьми, с друзьями, мне это правда большое счастье. Я каждым горжусь, люблю, изумительное совершенно счастье испытываю от общения и от дел, которые творят мои друзья. В свое время, в те самые 90-е, эта хрупкая женщина зарабатывала какие-то сумасшедшие деньги, значит, и возила на свои кровно заработанные Одиссея Богусевича, вокал-бенд, в Монтрё на фестиваль. Она возила, она помогала всем с альбомами, с записью дисков, какие-то творила сумасшедшие совершенно проекты для двух коллег. В общем, в зале. Но все-таки она постоянно генерировала все, что касается культуры, все, что касается талантов. Она очень многих людей поддержала. И поддерживает всю дорогу, как может. Уже не 90-е. И мы очень хотим быть полезны этому человеку, которому мы благодарны. И мой поклон до земли тебе. Наталья Фаустова. Иди сюда. Наташенька Фаустова. Человек, который... Один из проектов, это изумительный, нужный проект, называется «Колыбельный для всей семьи». Это уже вторая книга, да? Это уже вторая книга вместе с двумя дисками. В этих дисках мы есть, кстати. Да. Да, теперь говори ты. Я уже... Наталья Павловна! Спасибо, дорогая. На самом деле, это нам всем везет, что это солнце притягивает к себе людей. И мы рядом освещаемся. Вот. И ничего случайного нет. Слушай, звезды над нами, они когда-то встретились и... Мы учились у одного педагога. Да. У Анны Игоревны Руднева. Гнесинки. Ну вот. Ты неправильно говоришь. Как моя мама, Гнесинг. Гнесинг? Фэн, фанера и музей. Он прекрасный инженер. Да. Хорошо. Проект. Ну, в общем, проект для того, чтобы пробудить родительские чувства у всех молодых родителей. Чаще это относится к современным родителям, которые забыли, что такое материнский капитал, настоящий, не в кавычках, не материальный, а вечный. Это песня материнская, песня любви, самая вечная песня. И я этот проект создала, ну, вдохновленная своим материнским опытом, убаюкивая свою дочку без конца. Вот, без конца. Ну как, можно анекдот тогда быстро про эстонскую маму?
мама качает клюльку, час качает, два качает, три качает. Ребенок открывает глаза и говорит: мама, вы очень красиво поете, но так спать хочется. Ну вот. А у меня, между прочим, Жорик, ну, Сонька не даст соврать, да? Пока 15 колыбельных не спою, он меня не отпускает, например. Молодец, Жорик, правильно делает. Он напитывается этим вечной песней на всю жизнь. И вот эта книжка, это вторая книжка, в которой самые крутые изюминки нашей, не побоюсь этого слова, эстрады. Мариам поет редкую армянскую колыбельную. Мариам вообще поет на армянском, это большая редкость. Я боюсь испортить свой язык, ну, свой любимый армянский язык. Я боюсь испортить неправильным прононсом, потому что я чудовищно говорю. Ну, теперь уже все поздно, оправдываться уже испортила. Вот, можно как раз это услышать вот здесь. Еще здесь и Терри Бериашвили. Ну, в общем, весь куриный состав. Катя Булыкбаева, Вика Андреева написала песни замечательные. В общем, это прямо украшение этого проекта. Ну, а я прошлась по славянам. Русские, белорусские, украинские, сербские, болгарские. Так что представили дружбу народов. И сказки. И у нас будет концерт. Да, у нас будет концерт, приуроченный к... В общем, презентация для гостей, желающих это все окунуться в эту ауру, в эту магию, потому что это реально магия. А еще мы подарим на этом концерте нашим благотворительным фондам и подопечным их целый большой тираж бесплатно. Наташа Фаустова! Спасибо! Это, конечно, большое спасибо, что ты мне. Я тебя люблю, это мое. Отдай, прими. Наташа, спасибо тебе. Спасибо. И это жизнь. Это прекрасная жизнь. Наша прекрасная жизнь. И я... А знаете, какие музыканты там сыграли? Изумительные. Это и Антон Горбунов, и Ману Гадарян, это Юра Терлецкий. Это просто счастье. Большое совместное. А дудук какой. Ну я вот я, кстати, не акцентировала, чтобы я потом в этом шовинизме не обвинила. И так далее. Но мы продолжаем наш концерт. Я обязательно буду анонсировать у себя в Фейсбуке. Наташенька у себя будет анонсировать, когда будет этот концерт. Мы все ищем площадку, у нас не получается пока. Но 8-го точно будет. Все. Но где, не знаю. На улицу выйдем, хорошо. Ну и сейчас мы начинаем второе отделение, музыкальное отделение. Я приглашаю на эту сцену мою курочку замечательную, фантастическую, Катерину Балыкбаева. Кать, бросай вино, иди на сцену. Катерина Балыкбаева! Армен Мирабов, Антон Горбунов, Игнат Кравцов и Денис Пушинский. А споем мы ни много ни мало. Немало. Эстаты. Добрый вечер. Не подсказывай. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо огромное. Это совершенно потрясающее произведение, на которое Мариам Мирабова написала русский текст. Фантастический. Вот, и сейчас... у нас сложился дуэт, да, теперь, нас, за что я очень... У нас с Мариам Мирабовой сложился дуэт. Началось? Хорошо. Давайте раскроем все карты. Вообще-то у нас трио, но у нас дуэт тоже. С песней «Эстаты», я говорю. Решили, что сейчас позвоним. Да, ладно.
эстрады. Начинается все. Вы знаете, единственное, что я не перевела, это основной смысл этой песни, что я ненавижу лето. Это какой-то ужас. Как можно ненавидеть лето, особенно в условиях нашей вечной мерзлоты? Ну, знаете. Я решила заменить это на «Теперь я буду ждать зимы». Вот так, вот так. Все остальное по смыслу. Да, я пою плохой смысл, она хороший, понятно. Я это не говорила. Ну и что? В общем, это пора прекращать, это надолго мы сейчас завязнем. На самом деле, самая моя любимая песня в исполнении Катерины Балыбаевой. Потому что никто так не поет на эту музыку, как она. Никто! Все. И ветер унесет все.
На ее сольный концерт просто море счастья и солнца. Катерина. А я Катьке посвящу тогда Антонио Карлос Джобим. Wave. We'll be right back.
Спасибо! How do you keep the music playing? Michelle Legrand. I'm not afraid to die.
mad about the boy. Посвящается Катюше Лимоновой и всем девочкам. Потому что девочки всегда остаются девочками. Thank you.
Спасибо. Но каждый раз эта песня выносит вообще всю душу. Потому что я представляю весь этот катастрофический коллапс с жизнью этого человека, от лица которого поется. А там катастрофа. И все это через призму такого любви. Как всегда. В общем, я хочу огромное, пожалуйста, действительно, достойных этих фантастических музыкантов аплодисментов. Денис Пушинский. Игнат Кравцов. Антон Горбунов. Армен Мирабов. Потому что любая музыка, творимая здесь, делается вместе, как акт. Напоследок. Там вашу маму показывают. Да. Ну ты же уже спишь, я даже смотрю, я уже понимаю, тебя надо домой везти. Но обещайте, что вы с нами споете. Да. Моя ученица. Слушай, ну кошмар. Ирона. You give me fever. Я все расскажу, что надо петь. Я все расскажу, я все покажу. Поудобнее садись, проснулась. Thank you.
Замечательный с вами вечер.
потрясающе. Спасибо вам большое за все, за вашу любовь. Мы вас, поверьте, очень любим и ценим. Спасибо. И эта песня, конечно, она олицетворение на... Сейчас папа все поймет. И он написала, стихи написала великолепная поэтесса, фронтовичка Вероника Тушнова. И написала она эти стихи, я всегда рассказываю об этом, чтобы, а те, кто не знает, чтобы понял ценность каждого слова. Каждого слова. Она написала эти стихи с ребенком в бомбежку в поезде. А стихи самые светлые оказались. Это всем нам напутствие, всем нам ориентир, это всем нам ежедневно помнить о том, что за каждую секунду в жизни мы уже говорили спасибо. Проводила за счастьем в
погоне. Ворожила над ним, колдовала, случалось, бывало, что из горького горя счастье свое добывало. Это зря говорится, жена счастливой родится, надо только, чтоб сердце не стыдилось за счастье. Спасибо, что за каждую малость оно говорило. Спасибо, спасибо, спасибо. Часов счастья чистейшего, без обмана. 100 часов счастья. Это немало. Великолепными стенами, потрясающими друзьями. Спасибо большое! И поздравляю с Днем города!